Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 19 января. Наши прародители по приметам в этот день предсказывали будущую погоду. Ежели звезды сильно блестят, мороз набирает силы. Песнь «Снегиря» услыхали. Видимо, тепло не за горами. Коль на крещение метель разошлась, то и в конце апреля вьюги не избежать. А какая же погода ждет нас завтра, 19 января? Сейчас я вам об этом поведаю. Видать, на крещение погода специально хочет поморозить жителей деревни Крещенко Ачинского района Красноярского края. За окном будет минус 12. Как считаете, подходящая погода для крещенских купаний? Такая же погода ждет жителей села Крещенское Упинского района Новосибирской области. Температура опустится до минус 12 градусов. Дорогие мои, не забудьте посетить божественную литургию в этот важный праздник. В селе Крещеновка Ивановского района Амурской области столбик термометра остановится на минус 14 градусах. Я вот уже гостей в баньку позвал. Ведь после опускания в купель попариться-то самое то. А вот кому крещенские морозы точно не грозят, так это жителям деревни Старое Крещено Аршанского района Республики Марий-Эл. Там минус 1 и снегопад. А послезавтра и вовсе плюсовая температура стукнет. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог